Вот она работа классическая, да, если классика уже. Майя Гиррис Перри. Ну, это так, для видео, чтобы как бы популярно говорить. А теперь показываем вам где. А теперь смотрим. Вот со входами, да, вот почему у нас вот стойка зенкутс. Майя Гиррис, как утравили, он правильно, видите, как он делает, он вчера показывал. Колено невысоко, и под ягодица сзади, в конце только он тыркает. Я говорю, удары, я вот улетаю с его ударов. Правильная настолько динамика, правильный ки отсюда вылетает. Я вот просто посилен. Вот у нас Синеркин бил. Я так стою, думаю, кто там бьет. Равиль подошел, как два Синеркина на сборах. Не то, что там вот что-то не видно, а столько правильное. 63 килограмма входит в лапу, суммируется на 5 умножается. Ага. Еще раз, смотри. Теперь, когда мы стоим, да, оп, я делаю, смотрите, я ухожу по куцу, это ваш экзамен. Это ваш экзамен. И я не лезу по тему, чтобы бросить сюда. Я делаю движение хайки сюда. Забираю. Опа, атеми. Я за забранная рука, и здесь с контролем. Да, и все. И я уже здесь посмотрю. Правильно, ну, да. Смотрит, какие бедра. Значит, смотрите, как бедра работают. И я пошел в него пошел. С движением более мощным. Здесь у меня мощный, я вхожу в таз. И я вот сюда мощный. Шип. Вот этот принцип, чтобы не лезть боком. Теперь я делаю неправильно еще раз пока. И Равиль сам подцеп делает, и просто ударный вес. Лицо, да. Вся техника, никто на этот спорт не заморачивается. Наша техника не хомаки-то. Дзенг, глухо это делает. Бью в пах, и здесь, может быть, набиваю, и бью отсюда, это кенка. Ага. Теперь два варианта отработаем. Первый вариант с передней ноги. Раз. Хокус. Опускаем задний вариант. Задняя нога. Вторая. У меня рука все время здесь такая. Ой, горе мне, горе, потому что он уже атакует. Потому что он будет атаковать, управили все удары через Майя Маваши. А японцу он рубанул вообще бразильским. То есть бил куда-то здесь все время, и потом обошла тело, пах, и все. А у меня зрение плохое было, и 41 год. Равиль ему чуть ли там не в сыновья годится. Тьямамото отломался. Значит, наша задача всегда здесь. И рука контролирует. Руки здесь, рука вот контролирует. Руки. Одна здесь всегда челюсть, потому что попадание в артерию, в глаз или куда-то. Здесь может быть и малыш. То же самое будет забор, я обязательно бью, чтобы человек у него, почему мы целуемся, носик, где ребенок играет с папиной бородой, здесь много этих зон нежных, вот на спине ягодица, почему сюда колят, она мертвая, спина тоже, здесь очень больно, и ты будешь моргать и делать, значит, ваша задача просто очень глупенькая, стоп, раз, вам пошел задняя, чтобы на ногах были, чтобы очень быстро отсюда могли, да? Отсюда, да? Такие подходы, отходы. Вот это вам всегда. Вы и Маваши заберете, и Маваши чудан заберете. То же самое будет. Проходите отсюда. Подработку. Вы поймаете это все сделать. Вам кота. Вы с подарком.